Я Лидия Козлова. Я художник из России и хочу вам представить свою работу, которая называется «Космос». Космос. Холст, акрил, микробисер. Это картина о мужчине, который является самым главным в моей жизни. У него есть ярко выраженные достоинства и таланты. Но самое интересное скрыто в глубине. Там, под покровом темноты, в глубине души можно разглядеть совершенно потрясающие переливы света характера. На первый взгляд они не видны, и только понимающий человек способен разглядеть всю суть.